Русская община представляет. Великие русские. Журавский Дмитрий Иванович. Годы жизни 1821-1891. Благодаря теории расчета мостовых ферм можно определить силы, которые растягивают и сжимают части всей конструкции во время движения поезда по мосту. Журавский выявил важную особенность, которую обещал доказать коллегам через эксперимент. Для эксперимента была сделана модель моста в виде фермы, где косые балки, образующие треугольник, Журавский заменил на одинаковую тонкую проволоку. Затем инженер взял в руки смычок и провел им по всей длине модели. Это был его главный довод. Звук по краям был высоким, а в середине, напротив, ниже. Это значит, что раскосы в середине можно сделать тоньше, а по краям оставить как есть. Самый сложный мост Журавского – Веребьинский мост на Николаевской железной дороге. Длина моста 500 метров, насыпь по краям глубокого оврага была почти 50 метров в высоту. При возведении сложной конструкции Дмитрий Иванович начал использовать неразрезные фермы, которые перекрывали пару пролетов моста, не прерываясь над опорами. Путем математических расчетов удалось выявить оптимальное соотношение между пролетами и неразрезными фермами. Построенный мост был настолько важен для государства, что цена осмотра императором Веребьинского участка попала на барельеф памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.